перед вами Николай, разрушитель мифов. Это его оператор Дмитрий. Это блогерская команда знаменитая, инстаграмная. В очень узких кругах, согласен. Пошел, родной, давай. Всем привет! Мы находимся на реке Башхем, Республика Тыва. Вчера при прохождении одного из порогов у нас произошел казусный момент. Перевернулась лодка. Вечером уже на берегу стали путем решений выяснять, в чем же причина, что послужило переворотом. Значит, лодку проверили, баллоны все целы, порезов нет. Двигатель работал. Фактор мой исключается на 100%, это естественно. Ну и методом исключения пришли к тому, что причиной поломки все-таки послужило весло. Весло некачественное, вот посмотрите, развесовки никакой. Не рекомендую использовать данные весла. Путешествуйте правильно, всего хорошего.